Прием-прием, друзья, на связи Шадимен, и, конечно же, добро пожаловать в новое противостояние лабиринтов в Майнкрафте, и с нами, как всегда, также Леди Леска. Всем привет! Нубик-кубик. Привет-привет, друзья! И Брок. Всем огромный привет! Сегодня у нас будет 4 лабиринта, а именно лабиринт Бена против Беллы, против Хагиваги, да еще и против Сиреноголового. Правила максимально простые. Ровно посередине 4 лабиринтов находится проход, через который можно попасть абсолютно в любой лабиринт, и тем самым можно уничтожить вражеского босса, победить тот, чей босс останется последним. Так что посмотрим, кто у нас сегодня окажется, так скажем, победителем. Ну а прямо сейчас попробую придумать рифму к следующему словосочетанию. Шэдди, Леска, Нубик, Брок. И пиши продолжение в комментариях. Ну а мы, как всегда, по традиции тоже попробуем что-нибудь свое придумать. Вот, и обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом. Вот, если ты, конечно же, хочешь, чтобы сегодня победил я в этом соревновании, либо, не знаю, либо напиши, за кого ты сегодня болеешь. Вот, и жми на красную кнопку подписаться. Так, ну что, в принципе, я своего босса вижу. Я тоже. Так, пока рано еще, наверное. Ну что, хорошо, тогда на счет три погнали. Погнали. Раз, два, три. А, и самые главные правила, то, что мы не можем ломать стены, не можем ломать пол, только перемещаться по лабиринту. Максимум, что можно сделать, если кто-то увидит то, что его босс атакует, приписать себе килл, чтобы быстро телепортироваться к боссу. Вот это сегодня можно, ну, это твое любимое, по-моему. Ух ты. А, и что самое, опять же, крутое, это то, что у каждого блоки и предмета, вернее, такого же цвета будут. Как и ваша территория, да. То есть у меня только что я нашел два зеленых предмета. А вообще прям прикольно. Я нашел одно очень красивое. Я нашел А я нашел, короче, эмеральдовый меч, эмеральдовые стрелы, да еще и зеленый костюм какой-то. Ничего себе, а у меня, знаешь, какой сырный меч. Сырный, но он же желтый, Леска, что? Почему бы и нет? Он же желтый. Ну прикольно, конечно, только что от него толку, интересно. Сыр будет выпадать. Что-то... О, Леска, я твоего босса начал видеть. Слушай, это плохой знак. Что они делают? Что они делают, я, честно говоря, не знаю, на самом деле, я без понятия. Интересно. То, что ты можешь быстро что-то ломать, но они бесполезны сегодня, ведь я не буду что-то ломать. Ну, хотя бы покушать можно зато эти яблоки. Так, слушайте, лабиринт, конечно, интересный такой, весь лабиринт. Так, о, новые предметики. Так, ребят, ну, как можете заметить, у меня, короче, реально у меня вот зеленые все предметы, кроме лука. Слушай, ну красиво, давай, я придумал. Давай, Нубик, ты первый, короче, говори. Шэдди, Леска, Нубик, Брок вместе пукнули в носок. Нубик, почему все время одно и то же? Шэдди, Леска, Нубик, Брок побежали в огород. Вот. А я нашел центральную. Подождите, что за бред? Я что-то бегаю по лабиринту, знаете, я все время натыкаюсь уже на найденные мною. Я тоже есть такое. Ящики. А у меня не было такого. У меня что-то есть такое. Я тоже бегаю, я вообще ни на какие не натыкаюсь. Я не могу даже сориентироваться, что происходит вообще. Мне вначале попадались, а теперь я вообще ничего найти не могу. Я три нашел, кстати, всего. А я нашел... Пять, что ли, либо четыре. Как я там придумала рифму, что-то сейчас кручу в голове. Вроде бы пять, но сундуков по-любому больше, чем пять раза в два уж точно, я уверен. Как там Леска, Нубик, Шэдди, Брок? Шэдди, Леска, Нубик, Брок. Так, зачесался потолок. Так. Шэдди, Леска, Нубик, Брок запасли продукты в Брок. Это хорошо. Так, а что такое? Я не могу выйти. Подожди, что ты? Я заблудился. Куда? Я не туда, не обратно, не туда. О, нашел наконец-то новые предметы. Так, шестой сундук. Лук, морковка и редиска и вонючая сосиска. Вонючая сосиска. Нубик, это вот для тебя, Крис, придумал, чтобы ты посмеялся. Только тебе от этого смешно вообще. Так, короче, ребят, я не могу выйти из лабиринта, я хожу по кругу. Да, я хожу по кругу. Это настоящий лабиринт. Тут как бы... О, нет! Ты что тут делаешь, Леска? Ты что, офигела, что ли? Какого лешего тут вообще забыла на моем... в моем лабиринте? Иди, ребята, сюда, ты чё при... А давай, иди сюда, ты где? Куда ты... А что у тебя за костюм банана еще такой, я не понял. А чё было, то и надела. Так, а где ты есть-то? Самый сильный костюм, да? Ай, ай! Опа, все, куда побежала? Я сейчас вообще не найду выход. Это что такое? А что такое было? Леска, благодаря тебе я нашел сундук еще один. Ну вот, видишь, спасибо, скажи. Спасибо, так. А мне теперь вот опять искать выход. Как я выйду отсюда? Ёперный театр, извините меня. Чё там? Куда? Кто? Кого валит? Босса Хагиваги уже валит. Как же быстро, кто его нашел?
Ребята, я воды тут налил какой-то, она, оказывается, это отбивает. Бро, ты понимаю. Читай, что за вода-то, у тебя плюма фейковая ты вода, ну что ж такое? Ты своего босса, ты чего? Да. Ой, я вижу эту воду. Брок, так ну... как-нибудь, а что делать ему теперь? Восстановить что делать? Нельзя? Брок, давай, тебе разрешается, короче, по-быстрому все это застроить, чтобы у тебя воды там не было, потому что это форс-мажор произошел. Так, мы тут устранили форс-мажор, все, да. Босс, получается, Брока починен, ему сегодня повезло то, что он... починился. Так, я бегаю, я на самом деле меньше 10 сундуков даже нашел, я не могу ничего найти. Я нашел. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, ну пять? Слушайте, ну это вообще... Шесть! А вы понимаете то, что мы бродим в своем лабиринте, а нам нужно еще в чужой пробраться, еще ты по знаешь, нему бродить дальше? Ты знаешь, что своего, это вообще целая прям проблема. Согласен. Я вообще не люблю лабиринты. Ха. Это вот есть просто, такое. Знаешь, вот тычешься в стену головой, и все, просто идешь. Это точно, это точно на самом деле. Привет! Кстати, привет. Когда а кто там, Брок в смысле? Придумает рифму. Брок, давай ты рифму-то придумай. Ну, вначале. Шеди, Леска, Нубик, Брок. И? Смотрит в потолок. Что ты делаешь? Леска? Да. Это что такое? Что такое? Что происходит? А что происходит? А зачем ты меня замочил-то? Не говори спасибо. Шеди. А? Не говори спасибо. Спасибо. Нубик. Ты в курсе, да? А что? Что? А что? Зачем я не... Я думал, что это босс Лески, короче. Я думал, что Леска своего босса мочит. Я поэтому не понял, что происходит вообще, честно. Я привык к тому, что Нубик желтый и все желтое. Я, короче, такой бегу, смотрю, Леска, типа, бежит по розовому тоннелю и начинает убавляться хп у босса, у Беллы. Короче, я думаю, ну Леска вообще стенка, конечно, какая-то. Ничего Леска, не стенка. Сейчас. Я тебе так не сделаю. Ой, 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 так нельзя так делать, это нельзя так опа. Делать, никто ничего не видел. Никто ничего не видел. Так, ладно, все, конечно, это все круто было, но надо что, нормально начинать все делать. Что ты натворил? Я не могу выйти из собственного лабиринта. Есть такой Нубик. Слушай, так. Ну это вообще проблема. Полдня потом иди сюда. Вылезать. Нубик, прикольную штуку вот, тебе Шеди, покажу. Ты меня вот что сделал? Давай. Я теперь не знаю, как мне выйти. Ха-ха, вот теперь все. Я теперь тоже, знаешь, из этого розового лабиринта выйти как не вот могу. Выйти? А я тоже не могу. Я не знаю. Я тоже не знаю. Могу. Брок, ты вообще потерялся, похоже, конечно. Там куда-то. Надо сейчас. Как-то... А как ориентироваться в лабиринтах? Это возможно вообще или нет? О, никак. Восьмой сундук. Только интуитивно. Седьмой. Твой, твой. Я не имею да. права чужие сундуки брать. Чужое не берем и не трогаем. А, так, что ж такое-то? Как отсюда выйти? Просто выйти, слушай, хочу погулять. Ну, пожалуйста. Ты, конечно, меня отправила. Мне да очень что ты выйти. Нубик, ну что? О, я вышел. Есть, я вышел. А где пожалуйста? Пожалуйста, сейчас покажалуйстуйте, как выйти. Ура, я вышел. Я шучу, если что. Спасибо так. за пожалуйста. Да пожалуйста, так, что-то все вы там хорошо. Друг другу помогаете, спасибо, пока, пожалуйста. Да. Так. Слушайте, ну так. это невозможно. Ну и что это? Это возможно. Все нормально. Лабиринты все нормально, бесконечности все нормально. Какой-то. Если честно, я тоже не люблю лабиринты. Брок, когда рифму придумаешь? Это что было сейчас? Я уже показал. Это что сейчас было, я не понял. Это что такое, я не понял. Нежданчик какой-то произошел. Да ничего. Просто странные вещи какие-то творятся непонятные здесь. Вот. Так, ладно. Я, кстати, по-моему, немножечко понял, как нужно ориентироваться, и я ну, сейчас вообще. Эту теорию проверю. Если она сработает, то значит я смогу найти любого босса у любого из вас вообще. Типа, это читы, это читы какие-то? Возле стены, что ли, все время? Опа! Куда? Куда ты тут на моей территории? Иди в свой лабиринт бегай. Капец, все время в мой лабиринт забегает, короче. А ты что тут делаешь? Вы что, совсем что ли все опухли? Что у вас там происходит? Да ничего не говорю, Нубик, сколько угодно. Просто это как-то странно, то, что именно в мой лабиринт почему-то люди заходят. Что такое? Нет, просто они нет, 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 я заходила совпадение. Просто чистое совпадение. И да, что я скажу, теория моя подтвердилась. Я действительно научился ориентироваться в этом лабиринте. Ты запомнил их ответвление или что? Или что? Или есть ну, похожесть? Короче, я просто делаю так, что я плюс-минус понимаю, в какой части лабиринта я нахожусь. То есть, если я на центре нахожусь, то значит, скорее всего, как бы, ну, ты рисуешься в голове, то что надо в тот угол идти. Идешь в тот угол. Да. А, кстати, наш босс умеет разговаривать? Разговаривать? Выздоравливаться.
А, выздоравливать? Да, есть такая. Есть такая ситуация, это правда. Выздоравливаться умеет. Нубик, ты, конечно, вот как что-то придумаешь, это вот вообще бомбическое что-то. Так. Спасибо, Жизнюшечка. Слушайте, у кого желтый босс? Сейчас что-то хп так убавляется у него сильно. Иди отсюда! Иди отсюда! Уйди! Что такое, Леска? Что такое? Смотри, что мне наделал. А что такое? Что происходит-то? А, нет, у меня КП мало. Иди отсюда сама, Леска. Так. Слушай. Так, зеленые, зеленые булочки какие-то надуваем на стене. Ну как это так остановить? Что это? Смотри, Леска своим телом закрыла, я реально по боссу попасть не могу, короче, представляете? Да почему ты опять такой? Друзья, вперед! Уйди! Уходи отсюда! Это нет, не я. Не трогай его, это не уже трогай. Это само делается, Леска. Это само как-то. Это само делается. Уйди сейчас само. Знаете что? Ой, что это было сейчас? А ничего. Так, ладно, уйди, ребят. Уйди. Делайте сами. Я уж не буду настолько сильно поступать. Я сделаю вот так, потому вообще что у меня есть плохое предчувствие какое-то. А нет, все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Ребят, я не стал добивать босса Лески. Я чуть-чуть там пошалил, короче, и пошел дальше. Все, я иду к тебе, нет. Понял? Я сейчас разнесу. Леска, я завалил? Нет. Нет, фух. Ну все. Все, я приду, я сейчас вообще злая. Все, короче. Что так? Вот такое спасибо, Нубик. Вот какой такое спасибо. Спасибо? Ты мне на пришел ко мне и начал всего моего босса валить, Нубик. Эх ты. Что ладно, вы короче. Это же суть, это же суть. А, я думал, это суд. Так, ладно, поехали дальше. Эй, ты, слышь, сюда. Это суп. Да сюда, туда-сюда, Нубик, туда-сюда. Где Брок вообще? Не слышно, не видно вообще. Живой, не живой там, непонятно. Застрял в своем собственном лабиринте. Ты реально так до сих пор выйти не можешь, что ли? Слушай, а у него проблема, что ли, с этим вот, с лабиринтами, похоже? Ой, ой, ой. Что там? Что-что? Что там происходит? О. Что такое? Что такое, Нубик? Что у вас там происходит? Нубик чуть-чуть испугался. Я? Да, что это было? Что это за крики такие были? А что это? Обрадовался, что ли? Я просто... Да, я обрадовался. Ой. Угу. А кто это был? Я все понял. Я не признаюсь, я не признаюсь. Хорошо, хорошо. Ой, а кто был у Брока? У Брока? Я ни разу, кстати, у Брока не был, честно говоря. Серьезно. 100% у Брока меня не было. В смысле, у него сейчас кто-то есть? Но не у него знаю, кто? Может, и... Просто я что-то не вижу хаги-ваги. ХПшки у него отбываются Белл или что? Бьет. Ну, тут Белла? Было как бы, был какой-то аниматроник, но не хаги-ваги. А что это такое? Бьет? Бьет? Слушай, я не знаю, Нубик, ты если... Лежит. А так кто-то бьет твою Беллу, серьезно? Да. Белл да бьет? Ладно, не может быть, я в это не верю. Что, Нубик, такое? Ты меня начал атаковать, я тебя тоже решил атаковать, пока что возможность есть. Слушай, странно как-то, у нас какие-то существа по лабиринту бегают. Нубик, я тебя не поздравляю. Все, не поздравляю, потому что Нубик меня тоже начал атаковать, так что я думаю, то, что все честно было, так что все нормально. А где этот хаги-ваги? Найти его не могу. Есть, все, я задефался. Надо было леску тоже мне добыть. Ой, добить. Не надо мне добывать. Я сам теперь в хаги-ваги, я тут хожу. Леска. Я не знаю, у меня там реально волоски у него жизни села. И он, конечно, восстановился сейчас. Видишь, но... я чуть-чуть спас. Я чуть-чуть дал возможность другим, так скажем, тоже дал почувствовать вкус победы. Тебе нет, Нубик. А мне дал почувствовать вообще, я не знаю. Просто я пытаюсь там спасибо, сражаться и бесполезно. Спасибо. Да. Шелечка. Это точно. Это кто тут ходит? О, Брок из своего лабиринта вышел. Ребят, поздравьте его. И ты Брок вышел зашел из своего лабиринта. Вот. Это и... просто нечто. Ой. Леска, а почему? А почему, ребят, все на меня атакуют? Я вот не понимаю. Я всех почему атаковала. Я вот никого вообще не атаковала. Просто Брок, вот раз один раз слышал, и меня все... Брок, это стрелять просто тут какая-то несправедливая фигня у меня происходит. Я честно слово искала его. Почему несправедливая? Все против друга. Стоит, мой родненький. Нет, просто сейчас на меня двое вообще напали, короче. Я ничего не могу сделать даже. Кто вообще происходит? На меня двое напали, Леска и Нубик сейчас. Я ничего сделать даже не могу. Брок вообще не тут где-то. Кто, что, куда? Брок не с нами. Он где-то, знаете, в другом лабиринте. Я где-то в космосе. Нубик, ты разошелся. Дуру-дуру-дуру-дуру.
Дара-дара-дара, бара-бара-бара. Так, подожди, надо, а что? Каких баранов здесь нам не надо? Перезаткнулся. Так, Нубик, Леска, берите руки в ноги или ноги в руки, короче. А и чё, этот, куда идти надо? Бегите к Броку, атакуйте. Или Леску идите, добивайте. Руки. Нубик, я тебе помог, Бена. Защитил твоего босса, когда тебя атаковала Леска. О, здравствуйте. Ой, а кто? Добрый день. Да зачем ты меня замочил? Я не могу выйти из этого жёлтого лабиринта. Я только вышел, меня... Брок, подождите, подождите. Уже все под конец. Что-то я не верю. А куда идти-то вообще? Битва. Всё, давай. Битва какой под цвет? Конец, нет, и Брок только вышел из дома, такой идет в очочках там своих. Броку там костюм, винтовка прикольная. База, он меня поджигает. Я когда вышел, и он тоже мне взял нормально. Серьезно? И Леску, да. И всех, да. Что ли? Да. Ничего себе. Я поняла, приставка. Брок непобедимый. Конечно, я отомщу. Брок, Нубик, это как скала, но только с буквой Б. У меня стены трясутся, как ты кричишь в лабиринте. Скала? Слышишь меня? Да, Нубик, кстати, стенки-то потрясываются, действительно, от его крика. А то лабиринт сломается, придется еще раз его запускать. От меня стреляют все время, я только... Кто в тебя стреляет, Брок? Тут никто ничего не делает, тут все свои. Кто-то черный меня стрелял. Чего? Я, кстати, его не стрелял. У меня зеленый костюм. Брони меня кто-то стрелял. У меня зеленый костюм вообще. Чего это? У него зеленый, ни у кого у меня-то вообще брони нет. Не знаю, в черный какой-то. А у тебя почему нет? Значит, ты не нашел, Нубик, не нашел. Не нашел, да, он? А что он, если не одел ничего? У меня такое чувство, на самом деле, то, что даже я свои предметы вообще не все прям нашел абсолютно. Да? Я тоже. Ну, потому что, знаешь, крутимся по одному месту, а потом какие-то пустуют. Это точно, это точно. Там, там. Нет, вообще что-то за куда-то. Я вот до этого я мог из своего... О, моего босса завалил, Нубик, я прям как чувствовал, именно в этот момент телепортился. Друзья, а это означает, то, что остается либо Леска, либо Брок. А Нубик меня просто-напросто сегодня предал. Спасибо тебе, Нубик, большое, предатель. Подожди, а у Нубика-то босса все уже нету, да? У Нубика куда ты бежишь, иди сюда! Иди сюда, нубятина! Только, пожалуйста, не кричи, окей? Так, слушайте. Есть, отлично, отлично. Нубик, ты уничтожен. Выбываешь из сегодняшней битвы. Вот, вот так вот доверять Нубику Кубику, друзья. Вот так ой. Давайте, давайте. Так, друзья, в таком случае я сегодня хочу сделать так. Кто в кого стреляет? Чтобы сегодня победил Брок. Для этого я иду к Леске и буду пытаться добить ее босса. Потому что Брок это единственный, кто меня даже пальчиком не задел, потому что не смог просто. Пальчиком. Так что я хочу, чтобы победил сегодня именно Брок. Я тебя из-за того, что не смог, а не из-за того, что. Смотри, что делает, чтобы я не победила, ведь он делает, а? Конечно, а как же еще? Вы меня вдвоем с Нубиком объединились и атаковали только меня. Брока даже не трогали. Я не объединялась. Нубиком невозможно объединиться, он сразу валит и все. Так, а... Нуб, да, он полный такой, с ним, разговор недоступен вообще с Нубиком, это точно, я согласен абсолютно. В любом случае, так, самое Нубик, главное, чтобы победил Брок все-таки сейчас. Ну, самое главное, выйти хотя бы, я только выйду, меня тут же да, убивают. Да вообще выйти невозможно, я тоже тут блуждаю, да что такое, дурацкое, какое-то... А вот я нашел перекресток. Это не дурацкий мой лабиринт. Брок, заходи в желтый. Желтый, заходи. Я захожу. А это только сговор. Мой Лески, да, остался? Товарищ, да. Ну вот это вот уже вот нечестно вы делаете. Это уже не поправишь нам. Брок, мы все пошли к нее. Вот спасибо. Слышите, друзья? Видишь, Леска, Нубик даже тебя предает, не только меня. Ну ладно. Ух ты, ёд. Ну это я. Ну ладно, что я теперь сделаю? Вот такие вот вы друзья. Все. А я так и не смогла выйти из этого лабиринта, я не поняла, где что. Кто тут палит? Кто тут палит что-то прям с ним? Убрали мою сирену, да, убрали? Да, все, Брок сегодня победил, получается. Брок, мы тебя поздравляем, как у тебя ощущения? Я отлично, все то, что я ничего не делал. Он так сражался, отважно бился и одержал победу. Да, я прям... Он прям вот выцарапал из лап эту победу, просто вот прям. Это точно, это точно. Леска, стой.
Нет. Нужно было просто постоять в сторонке. Легче! Да, просто стоишь в стороне и никого не трогаешь, и автоматически побеждаешь в конечном итоге. Фух, ну что ж, друзья, какой-то вот такой непонятный у нас сегодня батл получился, вернее, думайте, сами решайте, сами пишите в комментариях, как вы думаете, кто же сегодня все-таки достоин титула победителя. Ну а на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока. Всем счастливо.